Ну что, сегодня твой праздник? Уже решила, что хочешь? Хочу кошку. Владельцы здания против. Владелец ты! Первый кусочек нашей именинницы. Папе не забудь оставить. В морозилку положи к прошлогоднему куску. А что? Том Брэнд преуспел в бизнесе. Наш небоскреб станет самым высоким в Северной Америке. Но потерпел крах в гораздо более важной сфере. Привет, Том. Да, я в курсе. Я опоздал. Живо домой, и чтобы подарок был идеальным. Есть кто? И вот таинственный незнакомец. Знакомое лицо. Я Том Брэнд, владелец Fire Brand. Точно. Я кошка в лотке газет рву. Там постоянно ваши фото печатают. Перевернет всю его жизнь. Я только кошку выберу и пойду. Вы ему нравитесь. Да, сдачу оставьте. Ну что, киски. Не понял? Приступим. Ну что? Как мы себя чувствуем? Минуточку. Да я кот! От режиссера «Людей в черном». Кажется, я попал. Ты игнорировал свою семью. А когда папа придет? Сразу после работы. У тебя неделя, чтобы все исправить. Или жить тебе в кошачьей шкуре. До конца своих дней. Ненавижу кошек! В том-то и весь прикол. Этим летом. Господин Пушистик, смотри. Серьезно? У него 9 жизней. Кому нужен лоток? И всего один шанс. Мало просто говорить о любви. Ее надо показывать. Ты мой лучший подарок. Утопи меня, чтобы все исправить. Мне иногда кажется, что глазами кота на меня смотрит папа. Паршивый из меня отец. Алле, оп! А для кошек рентген бывает? Да, коты. Кевин Спейси, Дженнифер Гарнер и Кристофер Уокен. Не поймаете! Улыбочку для Инстаграма. Эй, не ты, обойдешься. Эй! Фу! Я крут. 9 жизней. Жутко странный кот. Я им докажу, что я человек. Смотри.